Армению и Индию связывают исторические, я бы сказал, цивилизационные отношения. Индия рассматривает Армению как страну-партнера в рамках проекта «Север-Юг». Я имею в виду проект доставки грузов из иранского Бендер-Аббаса на Армению с выходом на Грузию и порты Черного моря. И здесь, конечно же, многое будет зависеть от того, насколько армянская сторона себя поведет принципиально. Потому что в предыдущие годы мы видели, как власти Армении только говорили о коридоре «Север-Юг», но дорогу так и не достроили. До сих пор дорога, которая идет на север Армении с выходом на Грузию, находится в достаточно плачевном состоянии. Она только частично отремонтирована. Но я думаю, что главная цель сегодняшнего сотрудничества Армении и Индии в большей степени даже связана с военно-политической сферой, поскольку Индия понимает, что Пакистан является в данном случае значительной опорой для Азербайджана и для Турции. Пакистан – вторая после Турции страна, признавшая независимость Азербайджана и до сих пор не признавшая независимость Армении. И в этом смысле Индия связывает с Арменией большие надежды. Но, повторюсь, многое будет зависеть от того, насколько сами армяне проявят принципиальность в развитии отношений с Индией. В сфере безопасности отношения Армении и Индии могут казаться поставок вооружений, в первую очередь совместных военных учений. Я бы, по крайней мере, очень хотел бы, чтобы у нас были в перспективе и армяно-иранские военные учения, и армяно-индийские военные учения, поскольку наш противник, пакистанский мини-султанат, сам проводит учения и с пакистанской армией, и с турецкой армией. В этом смысле, конечно же, Армения отстает и от Азербайджана в плане видения всех тех угроз и вызовов, которые перед ней стоят. Отношения Армении и Индии – это, безусловно, в перспективе может стать противовесом развивающимся отношениям Азербайджана и Пакистана. Но пока армянская сторона, на мой взгляд, не дорабатывает в этом вопросе.